Всем привет, это я и мой фон. Третий сезон у нас, третий. Итак, сегодня я опровергну миф о том, что Эйр-шоу больше не выпускается. Все говорят то, что его создатели его удалили, но это не так. Вот как вы видите, он у меня работает, и я с его помощью сейчас записываю видео. Скачал я его из Tutu Helper. Вы уже знаете, как его скачать. Тут просто заходим во вкладочку Apps, и тут вот это вот, когда листаем, он у нас тут на одной из закладочек, на второй и есть. Тут у нас нажимаем не сейчас Open написано, а вы нажимаете Get. После этого вот тут вот в Manage у вас идут всякие загрузки, настройки. И после чего вы нажимаете Install. И у вас все скачивается. Как же им пользоваться? Заходите, нажимаете на красную кнопку, именно на красную, иначе вас оттуда выкинет. После чего вы нажимаете на запись, там все выбираете. Разрешение 1080 выбирать нельзя. Оно не работает, не даст сохранять фотопленку и вообще смотреть. Так что делаете? Выбираете максимум 720 разрешения, там потом выбираете ориентацию, нажимаете там дальше, после этого открываете вот эту вот менюшку, видеоповтор and play, и вот тут у вас высвечивается имя вашего айфона плюс and show. Вы нажимаете, у вас начинается запись, потом вы ее, когда выбираете, вас перекидывает обратно в основное меню. Там сверху, в правом верхнем углу, именно в правом, находится вот такая вот кнопочка, вы на нее нажимаете, и там будут ваши видео. Вы их там, на них нажимая, можете смотреть, сохранять фотопленку и так далее. Итак, если вам понравилось это видео, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока-пока.